В день памяти Казанской иконы Божией Матери в храме в честь Дмитрия Донского и его супруги Ефросинии Московской в колокольне Успенского собора Тульского Кремля митрополит Тульский Ефремовский Алексей совершил божественную литургию. И причастие Святого Духа буди со всеми За богослужением молились тульское духовенство, прихожане и паломники, отдающие дань уважения поистине чудотворной иконе, представляющей собой образ Адигитрии-путеводительницы, которая неоднократно помогала людям обрести истинный путь. Святой лик оберегал Россию в период польской и французской интервенции, помогал перед Полтавской битвой и во время Великой Отечественной войны. Благословение и спасение образа получали не только войска и правители государства, простой народ – также обращался за помощью к Казанской Богоматери. И список чудес, которые она дарует людям, постоянно увеличивается. В этот день, как мы уже с вами сегодня рассуждали, по чувству нам приносимому дыханием благодати Святой Живоначальной Троицы за Божественной Литургией по всему лицу земли, от восток солнца и до запад, под сводами православных храмов, вот так как мы сейчас здесь под сводами этого храма находимся, собираются наши единоверные, единокровные, единодушные братья и сестры. И также, взирая на образ Пречистой Богоматери, в покаянном сознании своего недостоинства, уповая на ее милость и покров, дают себе покаянное обещание не жить по ветру своей головы, а преклонять всячески все напряжение желания своего, всю творческую силу и энергию к тому, чтобы исполнить, как она нас просит. Все, что скажет вам, сын мой, непременно исполните очень внимательно, очень в полноте, насколько это в ваших силах, и благодать Господня не покинет вас. По завершении богослужения владыка Алексей и губернатор Тульской области Алексей Дюмин приняли участие в гражданском митинге, посвященном празднованию Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства. Этот праздник знаменует любовь к своему отечеству, веру в свой народ. И события последних лет показали, что в единстве сила России. И сегодня тулики вместе со своей страной делают новую историю России. И мы должны свято хранить и помнить высокие идеалы наших предков. И когда мы будем все вместе, нам по плечу любые задачи. Когда мы едины, мы непобедимы. С праздником! Берегите себя, берегите свою малую родину. Берегите Россию! 404 года тому назад, через всенародный подвиг, этот день золотыми буквами вписан в историю народов Отечества нашего, как день великой и славной победы, любви, веры, мужество. Позвольте мне искренне и сердечно поприветствовать всех вас и пожелать, чтобы наши сердца не переставали биться живым током любви к своей малой и великой родине, живым уважением к человеческому достоинству, во славу Божию и на радость людям. С праздником, с Днем народного единства! Много в истории нашей Родины примеров, свидетельствующих о заступничестве и предстательстве Казанской, как именует этот образ простой верующий русский народ.
горячей и жертвенной любовью к Отечеству земному, обретающий возможность стать наследником Отечества Небесного.